Хрюшка так хрустит. Приятно. Пол тушки. За раз уплетет. Какая красивая сейчас саванна, друзья. И желтенькая. Голубое небо, скумпия, красная, желтая. И, конечно, на то, как едят любимые львы, можно смотреть бесконечно. Никто там ничего у тебя не отберет. Что ты беспокоишься? Все будет твое. Ешь. Папа тебя вон стережет. Хорош. Ой, какой хищник. Хорош. Ой, уши поджимает. Скажи, папа, это точно ты? Кушай, кушай, редко приходи, редко я приходил. Скажи, ну мне себя, ну, скажи, Ляля, Свите, сверху дают. Но столько, сколько папа, не приносит никто. Руслан. Хотя вчера ему только, лично ему скинули сверху 10 килограмм. Съел и глазом не моргнул. А сегодня как будто и он аппетит. Осенью, Олег Алексеевич, больше едят ли вы? Конечно, осенью, зимой 2,5 раза больше энергии требуется. Начинается жор у всех. Заготавливают. Ну, уже первую охотку сбил. Уже такой. Ну, мордочка чистая у него. Да и весь сам чистый. Нет, так и они это, они бежали за нами от самолета. Угу. То есть они уже ходят по всей саванне. Никого вообще не боятся. Подходят к людям. Угу. Ну, пойдем, покормим еще кого-нибудь. Смотрела бы и смотрела. Мы еще приедем. Пока.